А что ты, по-твоему, знаешь? Что некая компания направила тебя сюда, к этому Уистлеру. Ну как, тепло? Что за компания? Для чего ему Уистлер? Это знаешь только ты. Немного же тебе известно. А мне незачем знать, как менять подгузник, чтобы понять, что он воняет. Ты чем-то занят здесь, Скофилд? А вот тут ты прав. Я чиню проводку. Ты хотел копать? Копай. Надеюсь, ты тут не просто играешь в электрика. Не волнуйся. Мы там, где надо. Солнце печет, Скофилд. Перерыв. Может, объяснишь, зачем он вообще с нами? Он кое-что разнюхал. Как же он догадался? У меня ведь репутация. По Фокс Ривер? Я знаю, кто ты. Недавно догадался. И сразу стало ясно, почему сюда послали именно тебя. Не бойся. Не в моих интересах раскрывать твой секрет. Но Белик, ему верить нельзя. Белика я беру на себя. Он не с нами. Ясно. Чудно. А вот Махоун, да. Махоун? У него в голове тараканы размером со слона, а он бежит с нами? Нет, ему так кажется. Но ему нужны таблетки. Без них он развалится, лишь вопрос времени. А если устоит? Я буду водить его за нос, говорить то, что он желает слышать. Откуда я знаю, что со мной не то же самое? Ниоткуда.